Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по Majestic RP, седьмой сервачок. Сегодня в видео я вам скажу и объясню про QR-коды. Как вообще их искать, что они делают, многие не знают, многие задают вопросы, поэтому сегодня будем объяснять. Ну а перед началом ролика, как всегда, всем желаю приятного аппетита и всем желаю приятного просмотра. Ну а мы погнали к ролику. И да, если ты хочешь также с нами играть на Majestic, то вводи при регистрации мой промокод Хаммон или уже в самой игре слэш промо Хаммон, который даст тебе платину VIP и донат в валюту. Итак, смотрите, QR-коды. Это такие штуки, которые разбросаны по всей карте. Если один человек их нашел, то больше никто его не увидит. То есть, к примеру, вот скриншот. Я его нашел, да? Я его сканировал, больше на сервере его никто не увидит. Именно на моем сервере. На другом сервере... Возможно, он будет там же стоять. Невозможно, он будет там же есть, если его не сканировали опять же. Вам нужно собрать 9 QR-кодов, за что вы получаете вот такой вот сетик. Не стоит того, но для коллекции, думаю, нормально. Объясню теперь QR-коды, где их искать. Смотрите, желательно вам искать их после рестарта, потому что они обновляются и будет по всей карте раскидано. В течение всего времени, а точнее в течение всего дня, они будут пропадать, потому что игроки будут их находить и сканировать. Мы проверяли с игроками, то есть я был на 7-м сервере, игрок был там на 4-м, на 5-м. Я сканировал свой QR-код, где я находил, к примеру, вот заправка. Человек ехал в то же место, это было в 8 часов утра. Человек ехал в то же место, у него на том же месте был этот QR-код, и он тоже его сканировал. И так было неоднократно. Вот подтверждаю в скринах вам скрины, как мне подтверждали это все. Поэтому... то именно по QR-кодам, их, кстати, исправили, они должны появляться более чаще, чем было раньше, поэтому желательно заходите после рестарта сервера и просто катайтесь по городу. Да, можно прям в округе Лос-Сантоса кататься и найти эти 9 QR-кодов. Я прокатался маленько, у меня не было времени, я 3 штучки собрал, но это было опять же 8-9 часов, где уже многие собрали их. Помимо этого, у меня еще скидывают скриншоты. Вот. То, что где их находили. Если хотите вы себе этот сет, хотя он вообще ни о чем такой, ну, блин, чисто для коллекции, то да, можно, то заходите после рестарта и ездите по карте, ищите эти QR-коды. А в моем дискорде я вам скину, где я находил, где мне скидывали скриншотики. Вы там можете найти эти места и поездить по этим местам. Также подходите к QR-коду, нажимаете букву Е, вам дается 20 кристаллов и одна получается QR-код. Вам нужно собрать 9, не забывайте. На этом маленький такой гадик пошел к концу. Все, с вами прощаюсь.